Вам нужно отказаться от американского гражданства, раз вы член парламента другой страны. Вы должны сказать это Верховному суду. К сожалению, для меня это непросто, поскольку я рабочий человек. Но вы не знаете, как тяжело я работаю, чтобы спасти вас. Спасибо, я как-нибудь сам. Вам бы спасти себя. Вы собираетесь отказаться от своего американского гражданства в суде? Нет, конечно, нет. Американский союз защиты гражданских свобод выступает в роли моего адвоката. И они не разделяют вашу точку зрения и борются за это дело. Посол Гренады в ООН на данный момент является гражданином США. Голда Мейер до самой смерти была гражданином США. И Моше Аронс 15 лет работал в Кнессете и был гражданином США. И они к ним никогда не приставали. Вы знаете, почему сейчас они пристают ко мне? Потому что я Кахане. Мы выиграем это дело, никаких сомнений. И когда мы его выиграем, мы откроем их дело и найдем письма из израильского правительства с просьбой к этому правительству обвинить Кахане. Тогда вы поймете, почему вообще возникло это дело.